Вы смотрите новости. Сохраняется положительная динамика в социально-экономическом развитии региона. Так, в промышленном секторе произведено продукции на 763 миллиарда 600 миллионов тенге. Есть прирост и в обрабатывающей промышленности. Отмечен рост предприятий металлургии по производству продуктов питания, резины, пластика, минеральной продукции и так далее. Об этом сообщил руководитель областного управления экономики и финансов Камбарбек Мубараков. С начала года в область привлечено 318 миллиардов 900 миллионов тенге инвестиций. Это на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 57% – частные инвестиции. За 9 месяцев в бюджет сверхплана поступило 3,7 миллиарда тенге. В результате проделанной работы бюджет области увеличился на 72,1 миллиарда тенге, или на 13,4% от утвержденного объема.